в общем, получив этот меч, я не знаю, с серебряными клинками уж точно заморачиваться не придется. Но теперь самое интересное, что охота получить, чтобы комфортно проходить остальную игру, это доспехи гроссмейстерские. Насколько я помню, для крафта доспехов кота, медведя, грифона и так далее нужны начальные вот эти вот мастерские доспехи. А так как я сделал только кота, да и волка нету, я думаю отправиться в Тусент и сделать мантикору. И насколько я помню, поиски, по-моему, самые интересные это в школе мантикоры. Сейчас немножко разобраться с барахлом, что-то скинуть и в Тусент. Шляйся тут! Чародеи, слышал, что это не прибыл. Для кого вы будете готовить костры, когда нас не станет?
Одинышка какая-нибудь. Чтоб вас всех забрала дикая охота. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Эй, Геральт! Геральт из Ривии! Подойдите, прошу вас! Любимый сиятельный княгиня! Хороша жопка у нашей княгини, а морда? Привет. Ведьмак! Из школы Волка! В Тусенте! Привет! Я Лазарь Лафар! Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю, где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я... уйду на поиски. Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиен Саэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло. И теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиен Саэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи.
Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиенсаэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Мантикора. Школа Мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. 100 лет назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего ученика. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиенсаэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он с пьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Я хочу о другом спросить. Бывай. Удачи на пути! Ну, сразу скажу, путешествие очень опасное будет. Тяжко на службе с пустым брюхом. Если вдруг буду помирать, то придется взять доспехи школы медведя, чтобы защиты побольше было от монстров. Да и хуй с ним совсем! Вот у легких доспехов слишком маленькая защита от чудовищ. У тяжелых огромная, но большой штраф к выносливости.
даже у воротов не поделать в бою. А вот средний, то что нужно, и скорее всего мантикора. Почему? Потому что там еще бонусы для алхимии должны быть. Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Мертена? Но! Я помню, что здесь Брукса есть. Пошла. Thank you.
судя по дневнику, едва выйдя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру, где вроде как обитал пророк Зима. Туда и отправимся. Теперь помедленнее. Ну, все. Отдохни. Каждый день одно и то же. Вино сраное. С ума сойти можно. Но пошла.
Но! Наша кровь. Я поклялся в верности княгине и рыцарскому кодексу. Пещера, которую упоминал Мертен. Надо бы тут осмотреться. Еще ждать. Повсюду карточки с молитвами. Может, Мертен тоже такую оставил?
есть. Мертен написал молитву на обороте чертежа. Видимо, освободившись из тюрьмы, он зашел сюда, а потом отправился в святилище. Классно. И заметьте, 2000 шагов. И так будет каждый раз. Наш небольшой. А вы встречали кого-то, кто о наших видах не знал? Мне не больно, да? Не преувеличивай, Вильмар. Ничего со мной сюда! Не случится. Будьте любезны! Ваше сиятельство я настаиваю. Куда спешите? Просто замечательно.
этом святилище и писал Мертен. Надо оглядеться, вдруг найду что-нибудь интересное. Призрак не упокоится, пока я не похороню его останки. В первой комнате были какие-то саркофаги. Может, воспользоваться одним? Готово. Теперь его душа должна обрести мир.
Вот так жизнь. Миленько у нас, а? Вино, спокойствие, пейзажики красивые. Это точно. Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! У меня тоже есть слава! Во, на Каенке! Истинно говорю вам, когда б люди впустили в сердце слова пророка Лебеды, мир бы стал лучше! Эй! Повторяйте за мною! О, пророк Лебеда! О, пророк Лебеда! О, пророк Лебеда! Клянусь жить по твоим заветам! Клянусь жить по твоим заветам! О! Вот тут все вино, да вино. А мне б наливочки. Эй, Геральт! Что принесет нам завтра? Подойдите, прошу вас. Представляешь? На стрижку Джану не хожу. Не от того. Это самый богатый ассортимент. Прямо как описывал великий нищий. Часовенка, куда заходил Мертен, должна быть в той пещере. Что-то здесь не так. Вот это да.
сюда. И галлюцинация, дрались они как настоящие. Должно быть, это какое-то испытание. Помогите несчастному. Не отводите взгляда. Помогите! Помогите убогому, сударь. Этот последний. Интересно, что теперь?
Этот человек очень похож на лебеду. Больше никаких видений. Надеюсь, так и останется. Искупить грехи, Мертен удалился на озеро. Надо туда сходить осмотреться.